Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо большое. Ребятки, слушаем трек. Ребятки, ну музыка классная, голосочек чудесный. Ребятки, мне очень нравится. Ребят, очень красиво поют. Молодец, прям, знаете, лайфхаки такие классные. Там, вау, вот эти вот вкусняшечки. Мне нравится, ребятки. И подпевать удобно. Нравится музыка, ребят, начало трека. Шикарно, ребят, прям приятно слушать, ребятки. Ребят, я буду подпевать, не обижайтесь. Трек о любви, ребятки, о любви. Поют о любви. Голос красивый, ребятки. Ребята, знаете, мне очень приятно слушать трек, ребят. Я не знаю, как вам, но мне очень приятно. Ребят, я наслаждаюсь, вы понимаете? Его так голос красивый, его разные лайфхаки, да. И просто такая музыка нежная, ребятки. И голосок такой красивый. Та-да-да-да, ту-ду-ду-ду. Вот, ну, красивый, ребятки. Почему ты прячешь свои страны, куда бы смеять? Эй, если то, что ты так ищешь, и давно хотят. Я перестану думать, но хочу заглянуть на тот день. То, как я отношусь к тебе, никто не сможет так. У нас одна пуля на паре, как ты забрала. Небольшая импровизация, моя, именно моя, ребятки. Ну, мне так захотелось. Вот, знаете, ребят, такое настроение сегодня у меня. Я хочу делать какой-нибудь такой, знаете, вот, что-то такое интересное. Понимаете? И я сделала. Сама просто сделала. Небольшую такую, знаете, комбинацию музыки. Комбинацию голоса, ребятки. Я такая, ребятки. Вот, я такая непредсказуемая, ребятки. Мне нравится. Мне, ребят, честно сказать, я без шуток, да, сейчас буду говорить. Во-первых, у меня настроение хорошее, ребят, это сразу заметно, да? Мне нравится, как они исполнили. Вы знаете, ребятки, очень красивый голос у него. Действительно, он очень нежно пел, да, ребятки? Трек о любви. И красиво он такие выкрутасики с голосом делал, да, ребятки? Вот красивые лайфхаки, ребят. И музыка классная. Вообще, мне этот трек, ребят, знаете, настроение поднял. Во-первых, знаете, ребятки, можно хорошо танцевать под этот трек, ребятки. Я танцевала, ребятки. Я подпевала, ребятки. Я бросала идлибы, ребятки. Я импровизацию немножко делала. Конечно, может, не в попад иногда. Но я так просто чувствую, ребят, эту музыку. Этот трек так почувствовала, ребятки, я. С удовольствием послушала. Этот исполнитель мне нравится, вы знаете. Голос у него шикарный. Единственное, что, ребят, мне не нравится, вот эта картинка его не нравится. Ну, что я могу сказать? А почему не нравится? Я вот, знаешь, что сказать, до сих пор не поняла, что это такое. Вот серьезно. Вот я не понимаю, что это такое. Мне кажется, какая-то косточка это. Реально, да. Косточка, да? Кажется так. Откуда она? С какого-то места? Еще какая-то страшная проколотая. Еще косточка с этими, с блестяшками.
Не нравится, ребят, извините. Тут вот его глаз, вот второй глаз, вот нос. Тут брови должны быть. Понимаешь? Ой, страшно. Это как инопланетяне, ребят, извините. А? Это, говорят, фотошоп. Мне все равно не нравится, ребят, простите. А трек понравился. Это Масёнок. Я знаю, как же я не знаю своего Масёника, что ли? Масёна! Ту-ту-ту-ту-ту! Ну что, мои хорошенькие ребятки, мои друзья, мои товарищи, пока, мои хорошенькие.